Не в порядке. Явно вы не для еды их отстреливают. Мы же здесь все вегетарианцы. Мне трудно представить себе того, кто питался бы в основном бургерами из тигрятины. Кроме того, это для здоровья не полезно. Надо хоть овощами диету разнообразить, что ли. Тогда не будет проблем с пищеварением. А может, кто-то создал коллекцию дизайнерских кошельков и сумочек из наших зверей? Не отличный бизнес-план, даже перспективный. Да, так и вижу. Кто-то всех их убил и создал эксклюзивную линейку одежды и аксессуаров. И называется бренд как-нибудь типа Керат Кутюр или Керат Стайл. Так, это надо записать. Я сейчас. Это же суперская бизнес-инициатива. Парень, который отстреливает всех этих зверей. Если ты меня слышишь, давай сконтачимся и откроем свое дело. Меня уже достало сидеть здесь в счету. Yeah.